Всем привет! Сегодня у нас на обзоре линейный светодиодный прожектор BAR 24x15 от компании ENGIE. Этот прожектор оснащен 24 мультичип-светодиодами мощностью по 15 Вт каждый. В таких светодиодах объединяются 5 цветов – красный, зеленый, синий, белый и янтарный. Этого достаточно, чтобы получить более 16 миллионов оттенков. Прибор доступен в двух модификациях – с углами раскрытия 25 и 45 градусов. В данном обзоре используется модификация на 45 градусов. Прожектор оснащен 5 режимами работы диммера. В меню можно выбрать, насколько плавно или резко будет угасать яркость, чтобы добиться эффекта плавного театрального освещения. В приборе можно настроить баланс белого. Это пригодится, когда на площадке есть приборы различных моделей и производителей, и необходимо добиться одинакового оттенка белого цвета. Благодаря такой функции в BAR 24x15 вы сможете сделать белый цвет, получаемый одновременным смешиванием RGBW цветов, более холодным или теплым, чтобы все ваши приборы светили однородно. Также в прожекторе можно настроить частоту мерцания светодиодов. Эта функция будет полезна при видеосъемке, чтобы настроить частоту мерцания относительно видеокамеры. После такой настройки вы можете не волноваться, что отснятый материал будет испорчен мерцающими прожекторами. Прибор обладает пассивной системой охлаждения. Здесь отсутствует кулер, а охлаждение светодиодов происходит за счет естественного охлаждения металлического корпуса. Характерная особенность такой системы – прибор полностью бесшумен. Помимо этого, в приборе установлена температурная защита. Если вдруг температура светодиодов поднимется выше допустимого, автоматически снизится ток, подаваемый на светодиоды, чтобы предотвратить прибор от перегревания. BAR 24x15 представляет из себя достаточно мощный линейный прожектор. При этом его особенности, такие как пассивное охлаждение, регулировка баланса белого и частоты мерцания светодиодов, выделяют его на фоне похожих приборов других производителей. Две модификации угла раскрытия позволяют выбрать, как вы хотите использовать данный прожектор, как сфокусированный источник света, либо для более широкой заливки пространства сцены или помещения. Также не стоит забывать о контровом освещении с использованием линейного прожектора, что позволяет добиться отличного динамического эффекта. Управляется прибор по протоколу DMX 512. Для этого имеется 7 различных режимов, от 4 до 12 каналов. Также управлять можно через встроенные режимы на самом приборе. Стоит отметить наличие режима управления HSV, который позволяет регулировать тон, насыщенность и яркость света. На задней панели находятся вход и выход DMX на 3 пин, вход и выход питания типа PowerCon, дисплей и кнопки управления. Габариты прибора сейчас на экране, а масса составляет 5 кг. В комплекте с прожектором идет кабель для подключения, крепление для установки прибора и инструкция на русском языке. Ссылка на данный прибор будет в описании под видео. Получить подробную информацию, а также заказать данный прибор вы можете на сайте engie.ru.